Даниил Еланов, номер 65-й. Ислам Гайдулин, номер 16-й. Олег Травин, номер 2-й. Медведи из Новокузнецка. Повторная встреча между командами. Накануне коллективы у нас уже встречались, и тогда победу одержали нижнекамские хоккеисты. Правда, добиться двух очков команде удалось лишь в овертайме. Весьма и весьма интересная встреча была накануне, и сегодня, я думаю, матч будет не менее любопытным. Вообще много вчера чего происходило интересного. По ходу, конечно, этой трансляции буду вам напоминать, буду еще раз рассказывать, и будем смотреть хоккей. Что сегодня команды приготовили друг другу, узнаем уже совсем скоро. Знакомят нас с составами играющих сегодня команд. Есть небольшие изменения. Игоря Федорова, главного тренера «Реактора», нам сейчас показывают. Представили нам и Евгения Королева, главного тренера «Кузнецких медведей». Ну что, об изменениях. Воротах, например, вот оно главное, наверное, изменение. И Чернов. Во вчерашнем матче они выходили вторыми, но вот сегодня Игорь Федоров перед...